Добрый вечер. Сегодня я готовлю йогурт с натурального домашнего молочка. Здесь у меня литр молока. Я его вскипятила и остудила до температуры где-то 35 градусов. Ну, вот пальчик вот отпустите, и если он терпит, это нормально. Все, берем одну столовую ложечку сметану и вот это вот молочко остывшее размешали и сюда выливаем в кастрюлечку. Здесь же у меня и пеночка. Сверху я сняла. И вот так венчиком все перемешали, сметаночку. Хорошо перемешали, чтобы не было комочков. Все. Берем молочко. И переливаем в литровую баночку. Перелили. Так. Сейчас мы закрываем крышечкой и укутываем на ночь полотенцем или чем-то теплым. Завтра я вам покажу, что получается. Получается очень вкусный и полезный йогурт.